В преддверии 1 сентября перед каждым родителем встает вопрос, как подготовить свое чадо к школе и не разориться. Решить эту проблему помогут в гипермаркете «Тотус», куда сейчас поступила новая коллекция школьной формы по приятной цене. До 31 августа в гипермаркете «Тотус» действует специальное предложение. На школьную форму, детские костюмы, обувь, рюкзаки, куртки и многое другое. Представлены самые разные фасоны, все по доступным ценам. А еще здесь имеется множество вариантов сменной обуви. От сандалий для самых маленьких до строгих туфель для ребят постарше. Также родители могут поучаствовать в акции. При покупке школьной формы на сумму от 3000 рублей в подарок можно получить набор школьных принадлежностей, тетради, ручки и карандаши, без которых не обойтись на уроках. Ассортимент одежды обновляется регулярно, свежие поступления каждую неделю. А тем, кто просто хочет обновить свой гардероб, гипермаркет «Тотус» готов предложить широчайший выбор одежды всех размеров. Есть летние платья, сорочки, деловые рубашки, костюмы, куртки, толстовки, кофты, свитера и джоггеры. Словом, вы можете составить себе практически любой образ. Также в наличии широкий выбор нижнего белья. Если вы только собираетесь в отпуск, то здесь представлено множество модных сумок, чемоданов и рюкзаков на любой вкус. Любители активного отдыха могут приобрести себе панаму, штаны или куртку защитной расцветки. Также гипермаркет располагает целым отделом игрушек, покупки которых наверняка обрадуется ваш ребенок. А если вам вдруг понадобится обновить интерьер, вы можете заказать здесь тюль или новые шторы, которые зададут стиль всему помещению. Вдобавок можно освежить кухню или ванную новыми полотенцами, а спальню – постельным бельем. Совсем скоро в гипермаркете «Тотус» откроется целый хозяйственный отдел с товарами для дома, где можно будет приобрести и тарелки, и кастрюли, и даже казаны. «Тотус» – гипермаркет для всей семьи, где каждый найдет товар по душе. Магазин расположен по адресу проспект Ленина, 28/11, рядом с Мурманским моллом.